территория располагается в северо-западной части города Ялта, на территории бывшего села Аутки. Возводилась как усадебный дом в имении Сельбиляр, принадлежащий князьям Борятинским. Здание двухэтажное, выполненное в стиле итальянского ренессанса, располагается на возвышенной части. Парк – это порядка 7,5 гектаров, деревья порядка 200-300 лет, они разные, лиственные и хвойные. Отработаны маршруты Теренкура, а на территории построен хороший бассейн открытого стиля, где присутствует пресная вода, но она всегда находится в состоянии чистоты, контролируются все показатели. Также в санатории мы имеем хороший комплекс в виде клуба-столовой, где расположены зрительные залы и обеденные залы. Создается щадящее меню в виде ашерского стола. Мы находимся как бы в черте города, но вместе с тем являемся как бы оазисом города, имея такой шикарный парк и такую легкую доступность до всех инфраструктуры города. Тут недалеко набережная, театры, рестораны, море, катера, прогулочные экскурсии. Все это налажено, все это работает. Номерной фонд весьма удобен, правда, он несколько по архитектурам еще находится на уровне тех параметров, которые были при Советском Союзе, но постепенно реконструируется, постепенно улучшается. Я думаю, что до логического конца скоро придем и в этом плане. Вот такой наш санаторий. Значит, по медицине. Значит, здесь отработана медицина таким образом, и что мы подобрали все аппараты, все методы лечения, которые бы были целенаправленно потенциировали друг друга и давали хороший эффект в смысле лечения. Лабораторное дело поставлено очень информативно, начиная от общеклинических анализов и заканчивая высокотехнологическими анализами. Вот такой пример, как ПЦР. Это не везде делается, не во всех даже клиниках. У нас это все делается. На базе консультативно-диагностического центра, который является нашим подразделением, работают кардиологи, гинекологи, ортопеды, врачи общей практики, уролог, высококвалифицированный массажист. Мы сейчас связались с центром реабилитации управления делами президента. Они сюда прибывали, они здесь смотрели, и мы с ними имеем договорные взаимоотношения, что будем контактировать как в научном, практическом, медицинском, и в других сферах деятельности. Сейчас находимся в зале фитотерапии, где на основе натуральных крымских трав мы отпускаем лечебные чаи по разным нозологиям, то есть по разным заболеваниям. А есть еще одна очень оригинальная у нас установка. Это вот обработка каждого стакана лазерным прибором. Значит, есть разные цвета, и по той или иной патологии мы освещаем в спектре лазера облучения эти чаевые коктейли, что дает более лучший эффект.
Переходим в отделение лицевой терапии. Здесь у нас происходит лечение нашими целебными знаменитыми на весь мир грязями. Это сакская грязь в разной модификации. Здесь у нас находятся два помещения, значит, это значит галотерапия, соляная комната, там, где люди получают терапию, галотерапию в соляной комнате, которая и стены, и потолок так оформлены естественной солью при определенной концентрации и подаются еще воздух окружающий. Люди благотворно дышат этим воздухом, получают бронхолегочной эффект при различных хронических заболеваниях легких. Миграционной терапии, где люди получают различные ингаляции, различные лекарственные коктейли путем через дыхательную систему, так называемая санация бронхолегочной системы при различных хронических заболеваниях. И централизованная подача лекарственных начал через небулайзер. Это высокодисперсная воздушная смесь, которая проникает до альвеол. Это помещение отпуска сухих углекислых ванн по методике, разработанных Карловых Ларах. Мы эту методику принимаем и восприняли ее. Это специальная емкость пластиковая, куда помещается тело человека, и он получает благотворное воздействие углекислого газа. Затем я накачиваю углекислый газ. И человек в течение 20 минут лежит, так спокойненько лежит. Система оказывает влияние на артериальное давление, снижает заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, эндокринной, также система обмена веществ. Помещение ароматерапии, оно в таком затемненном виде сделано. Для чего? Здесь отпускаются различные воздушные пространства, ароматизированные вещества. Это успокаивающая композиция, идет сердечно-сосудистая, легочная. Здесь еще присутствует лампа Чижевского, разработанная доктором Чижевским, которая выделяет отрицательно заряженные ионы, которые являются весьма благотворными на различные органы. Весь спектр этого лечения мы имеем, осуществляем весьма благотворно и с хорошим эффектом. Это и магнитотерапия, электросон, терапия высокой частоты токами, низкой частоты тока, прессотерапия, ингаляция, электрофорезы различных лекарственных средств. Здесь веерный душ, душ Шарго, вот это надо сфотографировать, душ Шарго. Это когда человек чувствует дискомфорт в результате повышения своего веса, массы тела, работаем по показаниям врачей. Это укрепляющая нервную систему, душ. Сложные вихревые ванны, где мы опускаем при различной патологии нижних конечностей. Венозная болезнь, эндотериты облитерирующие атеросклерозы нижних, сосудов нижних конечностей. Кожные проблемы очень хорошие, особенно когда люди возрастные, они не могут получать общие ванны. В результате там создаются гидродинамические обстоятельства, когда у него может закружиться голова и так далее. Здесь в нашем отделении мы сделали бювет с минеральной водой.
Минеральная вода здесь лечебного свойства, Моршинская 6, применяется при различных патологиях желудочно-кишечного тракта, начиная от язвенной болезни гастрита и укончая желчекаменной болезни, и также при ковиде. У нас на южном берегу вообще не было, не применялся радон как таковой. Радон – это естественный газ, происходит при распаде радия. И когда начали изучать его свойства, пришли к выводу, что он очень благоприятен при различных патологиях, начиная от костной патологии, высшей нервной деятельности, сердечно-сосудистой системы, кожных проблем, проблем гинекологии, проблем мужской, называется андрология, то есть это мужские проблемы. Вот, применяется при различных модификациях. Здесь будет сделано все, и ванная терапия, и орошение генитальное, и будут души с радоновой водой, питье внутрь, будет реабокс. Реабокс – это такое пространство, где будет находиться больной в парах радона. Да, за свою жизнь мне пришлось побывать во многих элитных санаториях, таких как Россия, Красное Знамя, Ливадия. Ну и здесь, в санатории Кирова, я впервые. Поэтому мне что сказали, что здесь очень хорошая лечебная база. Поэтому я остался очень доволен особенным вниманием, особенно главным врачом Владимир Петровичем, который столько уделил мне внимания. Поэтому я очень доволен и считаю, что надо, и может, и следующий год приехать сюда. Прекрасный пищеблок, хороший коллектив. Так что за все спасибо.